помню как раз про дом. Пару лет назад приезжали к вам домой снимать передачи, там были чудные живые существа и не люди. Как они сейчас? Прекрасно. Да. У меня по-прежнему живет котик Лаки. Да. Мы недавно волшебный. Постригли. Он просто удивительный кот. Он очень человечный. И, ну, вообще у меня в жизни всегда были белые котики. Самый первый появился в 10 лет. И вот, соответственно, уже считайте, 30 лет. Господи, как быстро летит время. Но самый первый кот в моей жизни, он прожил 18 лет. Он был свидетелем всех моих передряг, перипетий и вообще всего, что было. Причем, вы знаете, интересно, что когда он у меня появился, ко мне приехали одноклассники, после чего я перестала вообще любить всех своих одноклассников. У меня только одна подружка есть из балетного училища. Потому что они пришли ко мне домой, замучили моего кота. А потом я по жизни поняла. Замучили, как здесь, это поподробнее. Ну, они замучили, за хвост дергали, там, за лапы, все это бедное создание. Оно только вот не успело родиться, там, ему было 3 месяца. Коту Маркизу, причем он еще был глухой и от природы это как было так, и он умирал у меня на руках, он дождался, пока я в Питер приеду уже в новую квартиру, которую Сулейманчик Керимов мне подарил в Питере, и в общем, короче, просто. И поэтому, знаете, я думаю, что вот мы должны по жизни какие-то уроки, ну вот извлекать, и они могут начинаться с самого раннего детства. Но ни в коем случае и ни в коем разе нельзя опираться на обиды. Нужно, напротив, как-то, знаете, с позитивом относиться ко всему, что нас окружает. И пусть, как говорит моя мама всегда, вот как бы я к ней относилась, я всегда ее обожаю за вот одну фразу, которую она всегда мне говорит: «Настя, твоя самая большая ошибка жизни, самый большой недостаток – это твоя доверчивость и чрезмерная открытость людям». Но я думаю, дорогие мои, пусть это будет самый большой недостаток моей жизни. Правда. Так же, как я всегда получаю эти охапки белых роз, которые тоже мне многие не могут простить. Я всегда говорю, дорогие мои, вот после всего того, что я в жизни выдержала, выстояла, претерпела, перешла с честью, достоинством, все вот эти, знаете, передряги и вот такую вот совершенно жесточайшую травлю, вы знаете, пусть цветы будут самой тяжелой ношей, моей жизни, чтобы тяжелее в руках и на плечах я ничего не держала.